10, то приходится поворачивать голову в бок, чтобы повернуть ручку. Ну и в боксе тоже до тебя будут все время доставать. А тут посмотрите, какое смешное лицо у жирафа. Я никогда не приглядывался к лицу жирафа. Может быть, они и правда так выглядят? Надо будет сегодня погуглить, как выглядит жираф. Даже подняться по лестнице крокодилу сложно. МРТ сделать тоже невозможно. А вот тут удобно, можно просто упереться носом и стоять, ничего не делать. В покорении космоса тоже будут проблемы. Ну, между прочим, эти скафандры чертовски дорого стоят. В общем, такие вот проблемы крокодила в повседневной жизни. Друзья, я выложил все свои книги бесплатно на After Today и на Lead Market. Ссылка в первом. Они правда так выглядят? Надо будет сегодня погуглить, как выглядит жираф. Даже подняться по лестнице крокодилу сложно. А вот тут удобно, можно просто упереться носом и стоять, ничего не делать. В покорении космоса тоже будут проблемы. Ну, между прочим... Superman, all I want is you. Fight that song, I want.